Состоялось первенство городского округа по фигурному катанию «Люберецкий конек». Более 150 юных спортсменов из Москвы, Красногорска, Ступино, Раменского, Сергиева Посада и Люберец приняли в нем участие. Подробнее в нашем сюжете. Возраст участников первенства по фигурному катанию «Люберецкий конек» от 5 до 17 лет. Самая юная фигуристка Полина Сиянова встала на коньки в апреле этого года. Для нее это уже второе подобное выступление. Потому что у меня первое место получилось занять. Я выступала аленьким цветочком, волшебным цветком. Я российской фигуристкой, чемпионкой. А вот Мария Лукелли мечтает стать тренером, но пока она учится во втором классе. Ее любимая фигуристка – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева. Ну, тренировки просто вечером всегда. А школа утром. Когда я на фигурист была, наверное, первое место было. Просто нужно в себя верить. Вера в себя помогает Марии. За зажигательный танец на льду она получает 19,31 балла. Это отличный результат для третьего юношеского разряда. Судят детей одинаково, если ты третий юношеский разряд и мастер спорта. В каждой категории судейской есть определенное количество прыжков, исполнения вращений и хореографической последовательности. Первенство городского округа Люберцы по фигурному катанию проходит уже 25 лет. Раньше оно проводилось на стадионах «Торпедо» и «Урожай». Сейчас спортсменов радушно принял ледовый дворец «Зенит». Победители «Люберецкого конька» отправятся на соревнования Московской области. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.